Машинс, меня зовут Виктория. Сегодня мы поговорим о том, как происходит доставка автомобилей из Эмиратов в Россию. Я отвечу на самые часто задаваемые мне вопросы. Срок доставки из Эмиратов в Россию до порта в Астрахани занимает 15-20 дней. В среднем это составляет $1500. Стоимость растаможки можно посчитать на официальном сайте таможни. Ссылку оставим под видео. Наши услуги по растаможке будут стоить от $200. Автомобиль можно забрать с Астрахани, с Волгограда, а также мы можем организовать доставку непосредственно до вашего города. Единого каталога у нас не предусмотрено, так как в Эмиратах представлен большой выбор автомобилей, как новых, так и с пробегом. Дилеров очень много, поэтому каждый автомобиль мы подбираем индивидуально и замечу бесплатно. Все автомобили находятся в наличии в Эмиратах. В России пока автомобилей нет, но мы открыты для предложений по инвестированию. Заявку вы можете оставить по телефону через любой представленный мессенджер, который мы укажем под видео. Не забудьте указать марку автомобиля, желаемую комплектацию, а также год автомобиля. После того, как вы выбрали автомобиль, вы можете напрямую оплатить его дилеру, либо оплатить через нас. Стоимость услуг зависит от конкретного автомобиля, но в среднем это от 100 тысяч рублей. Я работаю как физическое лицо, мы заключаем с вами договор на покупку и поставку автомобиля. Все автомобили по пути следования до России застрахованы. Также мы несем ответственность за сохранность автомобиля.